Губернатор пошел по прямой. Игорь Васильев отметил на наболевшие вопросы кировчан в новом проекте «Первого городского». Разговор от первого лица выйдет в эфир во вторник, 16 ноября. Как долго населению жить с QR-кодами, как быть тем, кто не хочет прививаться, и ждать ли новых ограничений? Прошли ковидные выходные. Как вы оцениваете, помогла ли эта мера, вот это вот ограничение на работу, тот факт, что мы неделю, чуть больше, должны были сидеть по домам? Глава региона в личной беседе с ведущим канала Романом Корнеевым обсудил злободневные темы, касающиеся каждого. Это и введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, и появление кодов, и ноябрьские ковидные каникулы. Решения давались губернатору нелегко, впрочем, бездействовать, по его словам, было нельзя. Об иммунном ответе, реакции бизнеса и прогнозах в борьбе с пандемией в первом выпуске проекта «От первого лица». Он выйдет в эфир Первого городского во вторник, 16 ноября. Ноября в 20 часов 25 минут. Повтор в среду, 17 ноября, в это же время.